Пикнул? Нет, тебе послышалось. Просто ты настолько тупая, что тебе в мозгу все что угодно может пикнуть. Да перестань! Таких карликов, как ты, никто не воспринимает всерьез. Эй, Вея, я сделала порции на три. Я тебя слышу. Видишь, вон ту лепецианскую кобылу? Да, вижу. Ее каждый день, так же, как и твоих ребят, выводят в 12 часов дня. Не мог бы ты привести несколько своих ребят, ее припугнуть, чтобы она не была такой дерзкой? Хорошо, будет сделано, но учти, с тебя три порции каждому. Хорошо, хорошо, только не опозорьте меня. Полонез, подожди немного. Завтра Наталья точно придет и увидит тебя. Я уверена, ты ей понравишься. Я помню, как она плакала, когда тебя увезли. Она точно по тебе скучает. Еще я купила тебе новую попону и новый зеленый недоуздок. Я думаю, что и тебе, и ей понравится. Через полчаса пойдем тренироваться. Эй, Синамон, слушай, ты знаешь лепецианскую кобылу? Ванессу, кажется, с главной конюшни. Да, знаю. Ходить можно не более 3 часов в день, бегать не более 30 минут в день, принимать таблетки, которые я вам дал 2 раза в день, до еды. Хорошо, до свидания. До свидания. Молодец. Наташа, он теперь твой. Спасибо, Ирина! Наташа, наконец-то ты поняла, что я тебе ничего плохого не сделала. Ира, я тебя люблю. И я тебя.